Приветствую всех на своем канале Ветфлора. Продолжаем обзор сортов мультифлоры. И сегодня я хочу вас познакомить с замечательной малышкой Бран Арктик Лемон. Третья уже декада пошла сентября. В этом году за счет очень затяжной весны, холодной, все цветение хризантем несколько сместилось, скажем так, на неделю, на две. Значительно раньше зацветали некоторые сорта, судя по прошлым годам. Но, во всяком случае, вот сейчас, практически в конце сентября, мы видим довольно пышное цветение этого замечательного сорта. Небольшие соцветия желто-лимонного цвета с таким более темным центром и просветлением краям. Такие маленькие пуговички. Кустик сам по себе аккуратненький, шаровидный. Немножко ему не хватает здесь места, как я говорила в предыдущем видео по обзору другого сорта. Посажены все здесь у меня хризантемы мультифлора на черный спанбонд, который оставался вот от клубники. Соответственно, расстояние между дырками, в которые саженцы весной высаживались, в районе 45 сантиметров. По-хорошему, конечно, надо 50-60 как минимум. Но, однако, в целом выглядит неплохо. Как я уже говорила, многие сорта немножко тормознули в этом году и не спешат цвести. Но вот этот вот сорт из года в год, он радует ранним пышным цветением. Хорошо будет выглядеть и аккуратненьким шариком вдоль где-то дорожки. Опять же, можно использовать и для букетов пышненькие такие веточки. Тут буквально одну ветку отломал, и уже этот букет в руке. Иди, радуй себя и близких. Никаких особых требований, там, скажем, к уходу, к поливу. В этом году стояла очень сильная жара, практически два месяца у нас не было ни одного дождя. Ну, иногда перепадало, не скажу, чтобы совсем уже они стояли тут забытые. Как вы видите, здесь рядом сидит у меня клубника, ну, соответственно, иногда поливала клубнику, иногда немножко там брызгала и сюда. Но хочу отметить, что посадка на черный спанбонд, она помимо того, что полностью исключает всевозможные прополки, что немаловажно при общей нашей занятости, в то же время еще черный спанбонд, он хорошо удерживает влагу внутри, не давая ей просто-напросто испаряться. Поэтому вот в такие засушливые периоды это очень большое подспорье, которое и нас от лишней работы уберегает, и в то же время создает комфортные условия для роста растений. Поэтому советую всем максимально облегчить себе жизнь и все, что можно, садить или на агроткань, или геотекстиль, или на черный спанбонд. Ну, а мы с вами вот любуемся таким замечательным сортом хризантемы мультифлора Бран Арктик Лемон.